Труп в мешке обнаружил экибастузец, решивший посетить кладбище на родительский день. Человеческие останки плавали в талых водах недалеко от могил. Полицейские намерены установить личность погибшего по одежде, которая была на скелете. Прохожий обнаружил кости 24 апреля. Позвонил в полицию и сообщил о находке. Стражи правопорядка считают, что останки принадлежат убитому мужчине. Вероятно, от трупа избавились в прошлом году. Всего в Павлодарской области без вести пропавшими числятся 13 человек, в том числе в экибастузе один. В полиэтиленовом мешке обнаружен скелетированный труп человека, на котором были вещи, футболка синего цвета фирмы «Адидас», спортивное трико черного цвета с эмблемой фирмы «Найк», мужская кофта с замком темного цвета, с серыми полосками и носки черного цвета. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.